А это верблюды. Ты знаешь, Арина, вот удивительно. Посмотрите, наши дорогие телезрители, почему верблюды? Вы не на программе «В мире животных». Это верблюды, которые дают шерсть. А шерсть необходима для того, чтобы мы чувствовали тепло, чтобы мы согревались. И почему предпочитают именно верблюжью шерсть многие, особенно в Средней Азии? Потому что это, во-первых, натуральное волокно. Во-вторых, это волокно, которое дает сухое тепло. Вспомни, когда мы смотрели, да, вот программа о путешествиях, почему в Туркмении ходят в теплых халатах, на голове меховая шапка, шерстяная, это для того, чтобы было не жарко. Вот казалось бы, да, удивительно, потому что именно на матра, именно мягкая верблюжья шерсть дает сухое, комфортное тепло. Оль, наш наматрасник называется Африка, и у меня к тебе один вопрос. Вот наматрасник обычно стелят на матрас, а у меня раскладной диван. Мне-то зачем наматрасник? Вот тебе нужен в первую очередь, кстати. Да? Конечно. Многие, 75% россиян спят на диванах. Скажи, у тебя есть стыки? Вот конечно, ну какой у большинства, диван? У кого раскладной диван. Так вот, чтобы эти стыки не были заметны, вам необходим наматрасник. Посмотрите, как он сшит. Он пушистый, он мягкий, внутри верблюжья шерсть. На матрасник называется Африка. И вот они, эластичные ленты, с помощью которых вы фиксируете на своем матрасе. Я сейчас это продемонстрирую. Кстати, Арина, у меня, смотри, какой здесь у нас очень высокий матрас. Даже на высокий матрас подходит на матрасник. Вот так заправили. И все, фиксируется на матрасник. 4 эластичные ленты по углам на матрасника закрепляют его. И тем самым функция на матрасника в том, чтобы, первое, сгладить неровности у дивана. Это раз. Раз. А для того, чтобы на кровати сохранить чистый, новый, дорогостоящий ортопедический матрас. И третье, на матрасник еще. И спасает, если, например, матрас уже старенький. Где-то промялось, да, где-то пружиночки чувствует. Хотите сгладить поверхность? Вот. Хочу. Вот оно решение. Вы сглаживаете поверхность именно с помощью наматрасника. Посмотрите на цену. 999 рублей за самый маленький размер. А у нас-то целых 5. И вы можете подарить новую жизнь своему матрасу, старенькому любимому раскладному дивану. Ведь представьте, купить новый диван, это же целое состояние сейчас. А сделать самую мягкую постель можно вместе с телеканалом Shop & Show по самым выгодным ценам. Цены для вас всегда приятные. Но вот для многих так и непонятно, как верблюжья шерсть попадает в наш наматрасник. Как она вообще выглядит? Ты знаешь, все очень просто. Я сейчас продемонстрирую, как выглядит верблюжья шерсть. Вот она. Мы распороли один наматрасник и достали верблюжью шерсть, чтобы вам ее показать. Посмотрите. Вот она, верблюжья шерсть. Ты знаешь, сейчас, Арина, наматрасники делают из разных наполнителей, компаний. Почему предпочтение отдаем именно верблюжьей шерсти? Вот лично я именно заказала на матрасник из верблюжьей шерсти. Потому что здесь специальная возможность сохранять сухое тепло. И это тепло необходимо как взрослым, пожилым людям, у кого есть ревматические боли, так и маленьким детям. Потому что в составе шерсти, а точнее каждый волосок обработан ланолином. Это природное вещество, которое не дает возможности размножаться бактериям. Не появляются никакие вирусы, никакие вообще живые организмы. То есть просто... это же такое гигиена нашего спального места. И в отличие же от матраса, на матрасник стирается? Конечно, его можно постирать. И потом, вот ты правильно затронул тему гигиены. Вообще, еще на матрасник называют иммунитетом здоровья. Иммунитетом, вот потому что он стоит преградой. Он стоит на страже здоровья нашего. Потому что именно ланолин, который есть в шерсти верблюда, он не пропускает бактерии. Оля, как это сейчас важно. За окном-то завывает вьюга, снегопад, трескучий мороз, и нам с вами не хватает дополнительной защиты. Вы получаете, как всегда, чистое спальное место, так и невероятную мягкость. Вот если вы, так же, как и я, мечтаете о кровати, но до сих пор спите на раскладном диване, я вас понимаю. Давайте вместе с вами сегодня изменим эту ситуацию, подарим себе мягкость, дополнительную защиту. Вот я раньше, Оль, всегда стелила именно одеяло, но одеяло в момент сна всегда может собраться, вот, знаешь, скатиться, слушай, а тут-то мы можем зафиксировать. Конечно, а я хочу еще рассказать.
показать, как раньше мы стелили. Вот если у кого диван состоит из двух половинок, да, ну раскладной, книжка, например, да. Диван, раскладываем, а между двух половинок у многих одеяло. Уже скручиваем одеяло и подкладываем. Все, не нужно этого делать. Вот он на матрасник. Давай покажем, Арин, как давай. Он у нас выглядит, как он легко абсолютно застилается, причем у нас есть разные размеры. Есть размер вот такой вот узкий, смотрите, на полутораспальную кровать, здесь специально продуманный размер. Есть у нас на двуспальную кровать и есть на размер евро. Именно так легко и определиться, какой вам необходим. Посмотри, какая строчка, посмотри, какие у нас облачка-подушечки. Да, просто облачка 5 размеров. Смотрите, все они делятся на 290, 120, 140, 160, 180. Это все на 200. Выбирайте свой и забирайте его скорее. Цена 999 рублей за самый маленький, который мы сейчас в полутораспальне держим в руках с Олей. А для того, чтобы быстро заказать на матрасник Африка, запомните 6 цифр. 676-400 ровно. Номер для ваших заказов всегда бесплатный, многоканальный. И знаешь, что приятно? Что на телеканале Shop & Show скидки всегда суммируются. Поэтому попробуйте вы сейчас попробовать что-то для себя новое. Но мне очень интересно, мы на матрасник стираем, а у нас здесь все-таки много объемной стежки. Не вылетит наш верблюжий наполнитель? Ну что ты, нет, конечно, не вылетит. У нас стежка идет по всему периметру, я вновь показываю эластичные ленты, они вшиты по всем углам. Вот она, фигурная стежка, сдерживает все три слоя. Итак, верхний слой, а у нас идет чехол. Далее у нас идет наполнитель с верблюжьей шерстью. И опять с обратной стороны у нас идет глосс-сатиновый чехол. Очень прочная ткань, которая к тому же еще и очень приятная на ощупь. И внутри верблюжья шерсть. Напоминаю, что это лучшее предложение для того, чтобы выровнять неровные стыки на диване, для того, чтобы сберечь, сохранить дорогостоящий матрас на вашей кровати. И это лучшее предложение, если, например, матрас на вашей кровати уже где-то промялся. Вот, новый матрас гладит. Это целое состояние, новый диван, это тоже влетит нам с вами в копеечку. А на матрасник поможет сэкономить, но вернуть комфорт в вашу спальню. И знаешь, Оля, о чем я подумала? В новогодние праздники или часто к нам приезжают гости. Чего не хватает? Конечно, одеяло. А наш на матрасник еще и легкий, поэтому при необходимости это два в одном. И на матрасник, и одеяло. Это невероятная мягкость и комфорт. И в отличие от своего дивана или матраса, его легко можно постирать в стиральной машинке. А вот я сейчас представила, как бы я диван запихивала в стиральную машинку или в химчистку бы тащила. Ну что, ты, это очень дорогостоящее мероприятие. Кстати, постирали в стиральной машинке, вытащили, расправили, развесили, высыхает очень быстро. Все благодаря тому, что шерсть внутри верблюжья, она полая, она такая трубчатая, а значит, дает сухое тепло. Еще очень полезно спать на матрасике из верблюжьей шерсти, если у вас простуда. Сейчас начался период заболеваемости, высокой заболеваемости простуды, заболеваемостью гриппом. Подготовьтесь к этому. Спите на матраснике с натуральной верблюжьей шерстью и кутайтесь в тепло. Кстати, очень многие, кто уже заказали одеяло верблюжье, нам говорили, что и застилают верблюжьим одеялом. Теперь есть на матрасник специально продуманное предложение. И у нас есть 5 размеров на выбор. Даже есть для маленькой кровати, для детской.